라면 하나. Вадим Кореш сегодняшний день началась сборы национальных сборных. И как вы себя чувствуете? Да я-то, слава богу, нормально себя чувствую. Я думаю, сегодня так первый день просто. И вчера Пахтакур играл. Большая группа футболистов, которые вчера еще играли. Поэтому сегодня такая втягивающая тренировка будет. В основном это восстановительные мероприятия. Поэтому что можно сказать? Только познакомиться с ребятами. В принципе, ребята все понимают ответственность. Подходим к игре со всей серьезностью. На что будете делать акцент? Акцент? Да. Ну, на акцент надо в первую очередь сделать так, чтобы победить. Задача обыграть соперника, это значит быстро научиться атаковать, учитывая то, что наверняка команда Йемен будет защищаться и ловить нас на контратаку. Вот это. Сейчас будем работать над тем, чтобы не допустить этих контратак и сами сумеем забить. Состав сборной почти костяк остался. Только вот в ней есть защита. Не, ну сейчас мы будем знакомиться. Я вам могу сказать по изменению, это только после 6 числа. Мы 6 сыграем товарищеский матч с нашей олимпийской сборной. В принципе, вот за это время мы познакомимся. Те теоретические занятия, плюс практически, они покажут, кто сильный, тот и будет играть. O'zbekiston milliy terma jamoasi Vadim Abramov boshchiligida dastlabki yig'inni Toshkentda boshladi. Birinchi kungi mashg'ulotlarda 28 nafar futbolchidan 24tasi ishtirok etmoqda. 4 nafar legionerimiz esa yaqin kunlarda terma jamoaga kelib qo'shilishadi. Otabek Shukurov, Eldor Shomurodov, Ikrom Aliboyev hamda Temurxo'ja Abduxoliqov shu kunlarda terma jamoa yig'iniga kelib qo'shilishadi. Qolgan barcha futbolchilar Vadim Abramov hamda qolgan murabbiylar xulosida mashg'ulotlarni Jar stadionida o'tkazishmoqda. E'tiborlisi, bugungi mashg'ulotlarni yoritish uchun juda ham ko'plab ommaviy axborot vositalari tashrif buyurishdi. Yaqin orada bunday vaziyat terma jamoa yig'inlarida umuman kuzatilmagan edi. Albatta, barchamiz bunday vaziyatdan juda ham xursandmiz hamda terma jamoamizdan ikkita bo'lajak muhim o'yinda faqat g'alaba kutib qolamiz. Субтитры сделал DimaTorzok.